сломать Facebook. Хотя, может быть, и совпадение. Дело в том, что этим текстом я хотел проиллюстрировать мысль о том, что какое государство, такая и разведка. На примере, конечно, мартовской поездки Петрова и Баширова по Лондону и окрестностям. Попутно я хотел, опираясь исключительно на открытую опубликованную информацию, ответить на следующий вопрос. Первое. Почему офицеры разведки поселились в таком дешевом отеле? Второе. Где два человека, которые приехали в незнакомую страну на 3 неполных дня, могут найти Анашу и проституток? Третье. Что они делали в первый день возле того дома? Четвертое. Почему они так уверенно говорили про собор? Я сейчас все расскажу, это точно. Почему брызгали только на ручку дверей? Почему бросили отработанную упаковку духов именно в ящик для благотворительных целей? Синий большой ящик. Почему улетели вечером, а не утром? И самое главное, как в номере, в их номере оказались следы новичка? Вот на все эти вопросы я попытаюсь ответить в рассказе сейчас. Предупреждение, там и нормативная лекция, хотя и старался использовать самые ее благопристойные вопросы. Все имена, конечно, абсолютно вымышлены, а вот все названия улиц и даты взяты из газет. Там рассказы. Пятница, 2 марта 2018 года, 18:42. Такси из Хитроу в Лондон. Петров, Баширов. Рустам. Руслан, посмотри, где эта сука Наташка нам клоповник сняла. Сплошные арабские вывески вокруг. Просрали Лондон, джентльмены, хреном. Да ладно тебе, что там две ночи? Вон Джорджик в телеграме обещал травы подгрести вечером и бабу какую-то. Сегодня? Нет, завтра. Утром поедем, посмотрим на этого мудака, потом заберем ту херню вонючую в парке, а потом и Джорджик нарисуется. А сегодня по-тихому бросим рюкзаки и по пивасику. Ну и в жопу эти пивасики. Ты же знаешь, меня от тихого мутит. И жрать хочу. Кончай ным. Ну, Наташка, ну, блядь, даже не посмотрела ты ее. Спит Галина с майором Козлом. Думает, ей все класс можно, но все. Суббота. 3 марта 2018 года, 10:08, Индиан Авеню, Солтберг. Петров, Баширов. Поехали уже, чего париться. Вон там Кристи Миллер Роуд, еще 20 метров его блядская дверь. Пошли, нога этим вонючим снегом промокла, дубак же сучий. Сейчас я сфоткаю дом и посмотрю на картинку, он или не он. Все эти паскудные хаузы одинаковые. Ничего не придумают говноеды. Кирпич красный и плитка сопнутая. Да ладно тебе, вон какой-то шпиль торчит. Церковь, наверное, или минарет. Собор, большая такая церковь. Помолиться не хочешь, грехи там отпустить. Да пошел ты. Я тут литовский магазин видел на углу. Сейчас Балтики возьмем и колбасы копченые. Ты, блядь, задолбал в конец со своим говнотелефоном. На мой возьми. Следующий день. Воскресенье, 4 марта 2018 года. 13:41. Листи Кристи Миллер Роуд. Солсбери. Петров, Баширов. Что ты тут копаешься, как жук в говне? Брызг уже нахер и уматывай. Тут упаковка мощная, суки. Вот как в перчатках ее разобрать? Люди посмотрят, подумают, пидор. В нем женскими духами возится. Так хватит. Башка после вчерашнего болит. Как эту проблюдушку звали? Клой? Не мешай, отойди. Клава ее звали. Из Харькова. Ты же на втором косяке уже бревном валялся. Клой. Все, уходим. Только выброшу нахер это говно. И бросай прямо тут. Я там за углом видел урну синюю. Мы по-культурному. Как в, бля, ихних Европах. И перчатки тоже. Пиши пока в телеграм. Задание выполнили, вылетаем. Когда? Вечерним или будем до утра здесь кантоваться? Сегодня полетим. Ну его в жопу этот Лондон. Я Маринке обещал полку повесить нахер в понедельник. А перчатки жалко.
красивые, бля, тоже оставлю. Она и постирает, пока я буду эту полку терять.